В их руках будущее. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники плановых органов Волгоградской области. И не просто праздник, а юбилей. Исполнилось 90 лет с момента создания в регионе структуры, занимающейся составлением экономических прогнозов и стратегических планов развития. О прошлом, настоящем и будущем в репортаже Людмилы Кухаревой. Экономика должна быть не просто экономной, а эффективной. Обязательно добавляют те, кто занимается социально-экономическим планированием. В Волгоградской области впервые такая структура появилась 90 лет назад. Система стратегического планирования не теряет своей актуальности и сегодня. Наоборот, это базис, на который опирается вся экономика региона. Необходимость в этом была всегда, она и остается сегодня. Потому что без планомерной организации любого процесса, а тем более процесса организации жизни общества, трудно себе представить достижение каких-либо результатов. И тем более главных целей и задач, которые стоят перед властью, это организация комфортного и благополучного обеспечения жизни нашего общества. Когда-то губернская плановая комиссия теперь превратилась в региональное министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций. Уже из названия видно, насколько многопланова его работа. Она включает десятки направлений, в том числе и госзакупки, без которых сейчас невозможна работа многих социальных учреждений. Эффективное размещение заказа вообще, в принципе, направлено на то, чтобы экономить максимально бюджетные средства, заложенные в бюджете Волгоградской области. Эффективно размещать закупки, то есть чтобы заказчик получал именно то, что ему необходимо за минимальную стоимость. За десятилетия система планирования претерпела изменения. Первые пятилетки возрождения экономики после войны – переход на рельсы рыночных отношений. За вклад в развитие региона ветераны плановых органов получили почетные грамоты. Благодарственных писем от губернатора удостоены и лучшие сотрудники Министерства экономики. Их новые ориентиры – бюджет развития и экономическая стратегия 2020. Людмила Кухарева, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба».